В связи с аномальными дождями Сергей Гапликов поручил привести в состояние повышенной готовности силы и средства региональной части единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сергей Гапликов поручил муниципалитетам организовать контроль за состоянием дорог, мостов и переправ в районах, подверженных подтоплению, а также ежедневно докладывать о развитии ситуации и о помощи жителям подтопляемых территорий. Эти вопросы сегодня звучали на оперативном совещании при губернаторе. Уровень рек, который сегодня поднимается, тем не менее, угрожает мостовым переходам и соответствующим переправам. Поэтому в этой части я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами обсудили все текущие проблемы, которые сегодня существуют. Мы приняли ряд неотложных мер и запланировали с учетом развития ситуации действия, которые мы будем с вами осуществлять до момента налаживания соответствующих погодных условий. На сегодняшний день по всем муниципальным районам обстановка контролируемая. Значит, в более сложной ситуации, чем остальные, находятся юг, юго-восток, восточные и центральные муниципалитеты республики, где в соответствии с вашим указанием мы более внимательно эти вопросы все смотрим. Транспортное сообщение организовано во всех муниципальных районах, за исключением Сосногорского района, где у нас продолжается, значит, чрезвычайная ситуация по организации транспортных сообщений, в том числе с Ижевским районом и по Ухтинскому району. По этим муниципалитетам организована связь с отрезанными муниципалитетами через организацию переправ. Доставка продовольствия, почты, пенсии осуществляется в полном объеме. Во-первых, это необходимое авиасообщение, вот, в том числе с помощью вертолетной техники. Это помощь непосредственно нашему Центроспасу и медицине катастроф, ну и нашей санитарной авиации. Понятно, что там, где добраться будет длительное время сложно, необходимо применить все необходимые, значит, технические возможности с тем, чтобы людей эвакуировать, вот, доставлять соответствующие медицинские учреждения, вот, чтобы эта работа была организована. Все главы муниципальных образований должны работать в режиме повышенном, значит, все соответствующие мероприятия должны быть с ними скоординированы, разработаны, доведены, ну и также соответствующий ежедневный доклад о состоянии дела, о решении всех тех вопросов, которые необходимо решить на местах. В свою очередь, синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий из-за обширного влияния циклона с центром над Средним Уралом. Большая часть недели в республике ожидается с дождями. Наибольшее количество осадков выпадет в первую половину недели в центральных и восточных районах. Мы ожидаем, что в среду, в четверг, ну, будет такая небольшая передышка на 1-2 дня в череде вот, значит, этих циклонов. Но в дальнейшем на выходные дни прогнозируется выход очередного южного циклона, который еще добавит осадков. То есть на реках республики будет формироваться волна дождевых паводков. В отдельных пунктах возможен выход воды на выход рек на пойму, выход воды на пойму. То есть подъем уровня воды на 2-3 метра. Переувлажнение почвы отмечается сейчас в Карткировском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах с начала июля. Там выпало по 2-3 месячные нормы. На рекорд в истории метеорологических наблюдений вышла Ухта – 270 миллиметров осадков. Это 4 месячные нормы или половина годовой. Из-за облачности и дождей, по крайней мере, до 8 августа в республике будет преобладать холодная погода. Ночью 4-9, днем 9-14. И только в Иркуте намек на лето, плюс 21 завтра и послезавтра.